Владимир Лукинских – один из тех, кто не понаслышке знает о тех страшных событиях 30-летней давности. Он наравне с другими принимал активное участие в ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС. По его словам, медицина в регионе стабильная, всеми необходимыми препаратами его обеспечивают. Однако есть ряд вопросов, на которые стоит обратить внимание, в частности, департаменту здравоохранения. Оказание медицинской помощи, допустим, эндокринолога, а его нет у нас в Шадринске, вообще в больнице нет. Даже для того, что приходится ехать. А чернобыльцы очень много болеют, которые с сахарным диабетом. Нужно бы было проконсультироваться или как-то решить проблему. Приходится ехать в Курган. На встрече с чернобыльцами вынесли насущные для каждого ликвидатора вопросы, такие как лекарственное обеспечение и очередность к специалистам. Организовано в области при областной поликлинике, значит, центр по оказанию помощи данной категории граждан. Мы ежегодно проводим диспансеризацию данной категории. Значит, ну вот хотим услышать, всем ли они довольны, как им оказывается медицинская помощь. Так, если лекарственное средство, прописанное врачом участнику ликвидации аварии по льготному рецепту, отсутствует в ближайшей к его месту проживания аптеки, пациенту следует обратиться за помощью к терапевту. Специалист подскажет, где его можно найти. Александр Мироненко, Илья Урванцев, Лидия Кагородцева, информационное агентство «Курган.ру».